В Москве в связи со вчерашним терактом в северной столице приняты также особые меры безопасности. Они коснулись метрополитена, железнодорожного транспорта, Московского центрального кольца. Патриарх Кирилл заявил, что совершит сегодня заупокойное богослужение по погибшим в метро Петербурга. Служба состоится в Нижней Преображенской церкви храма Христа Спасителя уже совсем скоро в 10 утра по Москве.